Это Иришада, и всем привет и добро пожаловать на мой канал. И пришло время наконец-то снять видео фавориты июня, так что поехали. Перед тем, как я начну рассказывать о своих фаворитах, я бы хотела попросить вас написать в комментарии ваши фавориты за июнь. Первым моим фаворитом стала кисточка от Urban Decay Naked 4. Насколько я не ошибаюсь, это кисточка. Она идет в таком вот кошелечке серебристом, чехольчике. Она очень-очень мягкая, приятная на лицо. Я ее использую, я не знаю для чего, но точно, по-моему, для этих, как же это называется, для контурирования. Но я ее использую как для пудры. Возможно, ну я не знаю, что за кисточка, но она очень крутая, я очень ее хотела, потому что она мне понравилась. Тем, что она такая необычная, маленькая и очень-очень мягкая. Я просто не помню, где я ее видела, но очень давно ее хотела, и вот наконец-то она у меня появилась, очень мягкая, крутая, и она очень хорошо растушевывает по всему лицу пудру. Следующим моим фаворитом стала вот такая вот кисточка от Anastasia Beverly Hills. Я ее использую как кисточка для нанесения этого... Я ее использую как кисточку для нанесения тонального крема и консилера под глаза. Она из-за того, что очень мягкая, плотная, очень хорошо растушевывает и распределяет по всему лицу тон и не размазывает, не оставляет за собой следы. Очень хорошо растушевывает все, и она очень-очень крутая, удобная. Но я знаю, что эти кисточки ломаются вот именно вот этой части из-за того, что тоненькая. Но я придумала, как я ее использую. Просто вот здесь ложу пальчик, и из-за этого она не должна сломаться. Ну, я на это, по крайней мере, очень сильно надеюсь, потому что она реально очень крутая и очень удобная. Всем советую, потому что она не размазывает, повторюсь еще раз. И это очень важно, то, что она не оставляет за собой никакие разводы и следы, а хорошо растушевывает по всему лицу. Следующим фаворитом я хочу представить вот такие вот маленькие обычные мокасинчики серенькие. Очень-очень удобные. Здесь очень удобная подошва из-за того, что она полностью, не помню, как называется этот материал, сделана из этой, короче, резины. Они очень мягкие, и ножка в них не устает, так как я очень часто нахожусь на ногах, то есть целый день я где-то хожу, даже на прогулки выхожу ежедневно, и поэтому у них очень-очень удобно, плюс приятный цвет, серый, красивый, универсальный, их можно одеть как и под платье, так как и под джинсы, под любую одежду, которую я, по крайней мере, ношу, я ее могу одеть, их могу одеть под любую одежду, очень удобные, мягкие, прочные, и... реально очень-очень крутые. Следующим моим фаворитом, который я хочу представить, это Lucky Cendé Shell Lucky, то есть гель-лак, который сушится только гель-лампой и очень-очень долго держится, и они нереально крутых цветов, они подойдут как и фаворитами, а вернее, они станут не только фаворитами летом, но и зимой. Некоторые цвета будут идеально смотреться, например, в принципе, все эти цвета будут смотреться зимой тоже очень хорошо, потому что они все нежные, приятные и интересные. Каждый сам по себе интересный. Например, вот этот голубой мне очень сильно нравится, потому что он очень приятного, нежного цвета. Такого небесно-голубого, зефирного, сладкую вату еще делают с таким цветом. И он нереально красиво смотрится на ногтиках. Сейчас я не нанесла, но, поверьте, они очень-очень крутые. Сегодня обязательно нанесу себе на ногти. Также я долго, очень долго мечтала про такой бледно-бледно-желтый лак. Он тоже очень-очень красиво выглядит, нереально круто на ногтях это смотрится. И очень по-летнему, сочно, солнечно и нежно. Также... здесь есть такой персиковый, очень-очень красивый цвет, кораллово-персиковый, очень-очень крутой, нереально крутой. Даже каждый этот цвет я очень хотела, потому что они все крутые и все очень такие нежные, приятные. Также такой какой-то кофейно-фиолетовый какао-цвет, я не знаю, но очень-очень крутой. Также здесь есть бледно-бледно-розовый, я не могу открыть. Я многими еще не пользовалась. Бледно-розовый тоже такой зефирный, очень-очень красивый, нежный и спокойненький цвет. И такой же мятный. У меня есть цвет Тиффани, а теперь появился еще такой мятный. И в сочетании они очень-очень крутые. И
самое интересное, что все эти цвета можно использовать между собой, они будут сочетаться. Также здесь есть, я сначала, когда покупала, я делала заказ на сайте, и я думала, что этот лак будет именно вот такого вот цвета с блесточками. Но оказалось, что это просто блесточки, но они тоже очень-очень крутые и очень круто смотрятся, когда их наносишь как и на обычный пальчик, то есть без лака, без любого цвета, и также на какой-нибудь тон, тоже очень-очень круто выглядит. Также я купила и топ, и базу тоже от CND, и благодаря этому ногтики выглядят очень хорошо, и они не так портятся от гель-лака именно этой фирмы. Также долго держится сам по себе гель-лак на ногтях. Где-то неделю 100% хорошо держится, но можно доносить до 2 недель. Просто мне не нравится, когда отрастает здесь лак и видно уже ноготь. Поэтому я ношу всегда неделю. Поэтому лаки реально суперские. Наконец-то до меня дошла тоже вот эта трендовая штучка, которая захватила просто весь мир. Всех детей Украины и не Украины, и Америки, и Испании, всех-всех-всех стран, просто все играются на переменках, здесь везде бегают, играются, где я не бываю, везде найдется хотя бы один человек, это как минимум, который будет играться спиннером. И я научилась делать трюки, ну, почти научилась, на самом деле это все очень сложно, но, типа, я умею бросать. И она дальше продолжает крутиться. В общем, вот такие вот у меня фавориты были. Поэтому обязательно напишите в комментариях, какие фавориты были у вас. Возможно, у вас тоже в фаворитах эта штучка. А возможно, вы тот человек, который поддерживает меня и не понимает в основном прикола в этой штучке. Но тоже вот так сидит сейчас и крутит спиннер. Так что поставьте обязательно лайк моему видео, если вам понравилось. Ставьте комментарии. Комментарии обязательно оставляйте. Подписывайтесь на мой канал, добавляйтесь ко мне в друзья ВКонтакте, подписывайтесь на мою официальную группу, подписывайтесь на канал еще раз, если вы еще не подписались здесь, и подписывайтесь на меня в Инстаграме. Всех люблю, целую, всем пока!